Всем хай, мои уважаемые друзья! Меня зовут Дашар Шанс. И сегодня мы будем играть в Попу Плейтайм. Третья глава. А еще у нас на канале уже больше 70 подписчиков. Поздравляю! Да, и как раз в это время я и авторизовался. Так что теперь видео будет подольше, что ли. Ладно. Я хочу с Нубасиком Квасиком. Короче, ребят, если вы мои подписчики, я вас поздравляю. С тем, что у меня на канале уже до хрена. Список. И мы уже попадаем в Поппи Плейтайм. Третья глава. Это, если что, не фейк. Эта игра сделана в сотрудничестве с самим Mob Games, который Поппи Плейтайм выпустил. Так, ладно, пока у нас загружается глава. Она уже загрузилась. Я уже думал, что не придумаю. После того, как поезд разбился, ты потерял сознание. Но ты застрял в глубине, типа. И ты больше ничего не можешь сделать. Так что просто продолжай. Капец, жесткие. Так, сейчас, наверное, Господи. Опять это говно лопастое ползет. Сколько раз ему говорили, вот Барсик, не воруй колбасу из холодильника. Ну теперь-то он хоть колбасу в холодильник холодил. А раньше-то что было? Эй, так я же не... Эй, ты меня впутал в колбасу, ай, говнюк. Катнап фиолетовый ты, вонючий. О, я оказался в жопе мира. О, здорово. Ты что, Барсик? Сейчас буду искать. Нет, ну я. Ребят, я что, такой тупой, что ли? У меня все время была красная дверь, а я ее не видел. Гениально! Просто! Похвалите меня просто за то, что я так буду. О, а теперь то, что я ненавижу, теперь эти вонючие поршни, которые опускаются со скорости света. Прыгаем, прыгаем! Yes! Успел! Давай, поднимайся, говно! Ах ты ж гондон! Инновация это ключ. Не надо сейчас. Ах ты ж гондон, а. Скинул у меня еще. Поршень так подло. Ай! Да опять! 245 лет спустя! Ты не умрешь сейчас. Просыпайся. О, Квасик. Ай! Квасик, надеюсь, Квасик-то выживет хоть. Так, я опять продолжаю пытаться пройти этот вонючий уровень. Ой-ой-ой, я не сейчас опускаться начну. Ну, господи!
Я, наверное, все это время буду умирать с этих поршней. У меня есть план у тебя. Поднимайся. Мое рабочее. Ладно. Сейчас попробую пройти еще раз. Так, вот ждем, пока они пускаться начнут. Надо как только они подниматься начинают, бежать начинать. Бойс! Хош! Да кто тут, под твою мать? Так где тут? Как это проходить? Ребят, кто это проходил, скажите, пожалуйста. Квасик. Давай, Квасик, покажи класс. Квасик, я тебя хочу полапать. Сейчас Квасик упадет. 100%. А я сейчас поговорю. Квасик, мама. А у меня не прыгнул. Ладно, ребят, сейчас попробую. Ребят, я прошел это. Вместе с Квасиком. Я бот. Я слился. Опять. Сейчас, походите, сейчас я разбегусь. Квасик, если это мой, если ты поставь лайк под это видео. Да, я и так умираю. Так. Давай еще, погружайся, делай. Конечно, мне нравится, что тут сделали этот экран смерти, как лайкает. Но меня бесит сам тот факт, что он очень долго геймплей не дает почти. Так, сейчас он только побежит и сольется. Квасит бот. А я нет. А я жив. Ай-я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 й. Все, ребят, я прошел. А там что? Мне туда? Мне туда. Так, а вот сюда, наверное, нам не надо. Нам, наверное, теперь надо вот так. Да, все, я попал сюда. Так, ну это я помню. Это тут, короче, ребят, надо вот сюда взять. Так понял. Сюда поставить? Да, все. Тебе, подождите, а где еще одна? По-моему, еще одна тут на диване. Кассета. Смотрите как-нибудь потом, я не хочу сейчас времени. Потому что я хочу вот эту демку пройти быстренько. Все, я вставил. И чё? О, Квасик включил. Квасик, красава. А ещё ты попал в мое видео. Я бабу-бабан. Слоны все помнят. Ну и да, там дальше не интересно. Там, короче, он дальше скажет, типа, по-моему, если я не ошибаюсь, то он скажет, типа, ну не скажет, он, короче, заорет просто и все. А, все, мне тэпнуло. Стоп, он просто выполнил. Так. Давай, ставь Квасик, я тебе даю. Поставил, все, красава. Квасик топ. Ребята, Квасик топ запомнил. С Квасиком вам было можно походить. О, это нам Оля говорит, типа, она не хочет, чтобы я слился, и поэтому она будет мне говорить. Я слышал от князя теорию, что у Оли это есть катнап, просто, потому что катнап, он живет разными голосами. А вот. И то, что Оли, типа, так, это не катнап, он просто с ним поиграть хочет. Ну, знаете, кошка. Ну, странная теория, достаточно. Так, тут надо, по-моему... Вроде был, вроде бы. Так, нам сюда? Да, ну, да, 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 да
вещи. Так, нам сюда теперь. О, это те самые головоломки, ребят. Помните, которая стреляет? Все, готово. Прошли. Так, мы с Квасиком прошли дальше. Ставьте лайки за Квасика. Квасик топ. О, Чикен Чикен. Это же та самая, которая на улице хотела выйти и слился. Ребят, откройте! О, Квасик-то не пошел. Ребята, добрый вечер, едем... Вы тут дорогие? Добрый вечер, едем печень. Так, я хочу в телек кассету ставить. Где тут кассета от телевизора? Вопрос. Странно, короче. Hello. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different, and I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world.